Несмотря на то, что отделение переливания крови Видновской районной клинической больницы работает в постоянном режиме, потребность в донорской крови все равно существует. Отрадно, что в Ленинском районе для сбора крови проводятся благотворительные акции. И что немаловажно, желающих принять в них участие довольно много. В Центре профессиональной подготовки имени Героя России майора милиции Валерия Тинькова уже стало доброй традицией сдавать кровь, необходимую детям для лечения. Подробности далее. Даже одна спасенная жизнь может изменить мир. 16 декабря слушатели и сотрудники Центра профессиональной подготовки в очередной раз приняли участие в благотворительной акции по сдаче крови. Это уже четвертое мероприятие, организованное станцией переливания крови Ленинского района. Сотрудники и слушатели центра всегда с большой охотой откликаются на призыв медиков Ленинского района о сдаче крови. Желающих помочь детям, находящимся на стационарном лечении в медицинских учреждениях, оказалось немало. Некоторые из участников акции стали донорами впервые. У меня один из родственников был почетным донором. И мне при первой возможности тоже захотелось попробовать себя. Я очень рада, что появилась такая возможность и именно здесь, в Центре профессиональной подготовки. Я думаю, что в дальнейшем я тоже буду дальше сдавать кровь, помогать людям. Перед процедурой каждый донор проходит предварительный осмотр у терапевта, так как к сдаче крови допускаются практически здоровые граждане с хорошим самочувствием. У донора обязательно контролируется уровень гемоглобина в крови. Ему измеряется температура, артериальное давление, пульс и общий осмотр доктора. Затем следует легко позавтракать, например, выпить чай с сахаром и печеньем. И только после этого можно приступать к процессу сдачи крови. Во время процедуры у донора берется 470 мл крови. Это количество восстанавливается организмом очень быстро. Донорство абсолютно безопасно и безвредно для здоровья человека, а процесс сдачи крови занимает всего 5-7 минут. Хочется, чтобы тех, кто делает выбор в пользу участия в донорстве, становилось все больше, ведь это может оказать неоценимую помощь больному или даже спасти чью-то жизнь. Когда я узнал, что можно помочь детям или там еще каким-то людям, я сразу же откликнулся на это, и теперь я здесь, сдаю кровь. Если это поможет кому-то, это прекрасно. Сотрудники станции переливания крови Ленинского района ждут всех желающих оказать донорскую помощь в Центральной районной больнице по вторникам и средам с 8:30 до 11:30. Лариса Вольнова и я, Дамия Елена Кошелева. Видное ТВ.